Всем привет, дорогие зрители, с вами Мирель, Тиранит, Киномастер. И мы продолжаем играть в Пикси. Они там что-то, парни, чем-то занимаются, не знаю. Ты вообще не собираешься возвращаться? Я хочу с подарком для каждого вернуться. Ну и для себя. Ты для меня Иви словила? Не, мне бы еще для себя словить. Бедрила! Бедрила? Бедрила! Это бедрила! О, кто это такой? Неужели это... Бедрила? Это пчела. Здорово, бедрил. Да боже мой, что он так быстро бегает и на меня? Он на меня... Ты на кого батон крошишь? Это, по-моему, последняя эволюция, кстати. Кажется, я знаю, в кого превратится моя белка. А! По черису какая-то. О, это прям как... Ну ладно, не похоже. Блин. Да моя овца вообще никого убить не может. Она какая-то бесполезная. Да блин, мои покемоны по сравнению с тем, вот надо того чувака поймать реально, какую-нибудь маленькую эволюцию его прокачать, чтобы если на тебя реально нападает, он будет жескач. С того всегда был вот этот, как он там, Бишоп назвал? О, Бишоп, надо Бишопа искать быстрее. А, его хрен поймаешь, и тебе сразу... Не, нужно искать мелкого левела. Я этому Бишопу 60-го уровня... Я босса нашел. Пикачу босса. Пикачу босса? Я прям представился такого Пикачу с Гарой. Он зеленый, короче, какой-то. Что? Он обкуренный Пикачу. Может его тошнит просто. Я специально потом зайду, посмотрю на обкуренного Пикачу. Тиранит на него может посмотреть, вон он около нашего дома ходит. Видишь обкуренного Пикачу? Он 59 уровня, лол! У меня почему-то моя овечка стала... Тангела, а кто такие Тангелы? Состригли. Тангела? Фигня. Блин, Пикачу убил моего покемона с этого удара, боже мой, а кто против Пикачу? Оникс нормально против Пикачу? Не знаю. Ну вообще земля, да, хорошо идет против Пикачу. Нам даже в серии, когда Пикачу не мог ему ничего сделать, толком прокачал себя каким-то макаром. А я примерно вижу, где босс, если я не ошибаюсь. Так нет, там же, по-моему, по-другому было. Там Оникс обмочили водой, и он такой... У меня Оникс как раз в воде, что вы наговариваете тут, а? Да ладно, Оникс разве мы мочили водой? Да. О, нифига, что я получил. А, не фигня. О, Power Bridge какой-то, Lifestone. Я, кстати, Stonehammer еще не выбил, и... Хандер. У нас этих лайфстонов уже, ё-моё. Я какой-то вот этот получил, Power Breaker. Я нашла какой-то центр, смотри. Ещё центр. Ну-ка у меня смотри. А, это, по-моему, можно покемонов вставлять. Ну, я знаю, это Power Breaker. Ты мне скажи, что ты за палатку тогда нашел какую-то интересную? Палатку? Это не палатка, это камень. Нет, ну кто-то говорил, палатка. Чёрт, мы ее просрали, я пытался ее поставить, там где ты стоишь, короче, она не поставилась, мне писал can't play this... Тиранит. А, смотри, кстати, вторая эволюция моей овечки. За тебя мы просрали эту палатку. Я убью твою овцу. Нифига не убьешь. А чё сразу из-за меня-то? Вот такой агрессивный, чё, что так сразу убивать? Да у меня сегодня день, я же говорил, что когда мы начали сегодня съемку, я сказал, что у меня плохое настроение. Кровь, кишки. Вот. Да очень. А тем более сейчас, пока у нас это тут было, мы пока снимали, мне еще больше испортили настроение. Тут, блин, долгая история, короче, вот. И все время какие-то истории, когда мы снимаем. Да, да. Когда тебе портит настроение, когда ты с нами. Нет, не знаю. В прошлый раз у меня было хорошее настроение, вот не надо говорить. В прошлые все съемки у меня не было плохого настроения. А вот сейчас именно да, сейчас вот именно вообще капец полный. Я внешне стоял, что когда мы закончим снимать, у меня там будут такие. В бешенстве? Раз... В бешенстве. Ага. Я думал, что у кого-то кому-то донешество. Я не люблю просто, когда людям говоришь на русском языке, которые живут в России, а они не понимают по-чечески. Ладно, неважно. Ну ладно. Так, и я хотел вообще, у меня еще два ультрабола осталось, и я пойду поищу водного покемона, потому что этого снежинку искать, это просто себя убить можно быстрее. Тем более мне Мирей сказал, что ее найдет, уже сказала, что 100% мне ее найдет. Мирка, ты подходил, о, не, я нашел еще крутого покемона. Правда, он 9 уровня, не знаю, нужно его как-то так ударить. А, у меня что-то ПК есть, сейчас возьму с собой этот какого-нибудь маленького левела своего покемона. Кто такой левел у меня? Катепри. Или Катепри кого-то. 39-й, ага, маленький. Ну-ка. У меня же есть Бишоп! У меня есть ранее стадия Бишопа 29-го, вторая эволюция Бишопа 29 уровня, лол, так я пойду ее качать. Я вообще забыл, кто такой Бишоп. Это крутая штука, ты вообще не шаришь. Ой, Тиранит. Это такой с клешнями, жук. Да, он у него такие все, у него это вообще, он просто супер демагер. Которого ты испугался? Нет, это жук. А это, короче, как такой из железа как будто бы сделанный покемон. Робот, как такой робот, у него такой рог такой, с как секира, и руки у него как копья. Покажем потом, короче.
Да, у меня пока еще мелкий, я хочу сделать именно в большого. Я нашла мужика в трусах. Сними их с него. У тебя камера с собой? Я всегда с собой беру видеокамеру. Кто смотрел это в детстве? Мир, ты смотрел эту хрень в детстве, да? А, да, видео. Сам себе режиссер. Это YouTube моего детства просто. Моего детства. Не, ну реально, там же собирались всякие такие видосики, прям как на YouTube, правильно? Да-да-да. Давайте я убью этого Адама. Адама. Ты смотри, там Ева может быть рядом. Она тебя потом убьет. Сквиртл дал мне. Сквиртл дал тебе? Да можно привага. Я как он тебе дал? Ну, сейчас вот убиваю. Долго ломался. Ну, почему опять дождь пошел? Только что был. Так я его только что убрал, и как бы, видимо, это. Ага. Ему просто пофиг, что ты его убрал. Я нашел, кстати, обратно того синего, которого ты хотел словить со звездочкой. Ты звездочку нашел? Ну, шарик со звездочкой. Ну, то есть синий котенок такой со звездочкой. Он с ним-то дерется. Так, о, толстопуз. Йота, Лукозан, дерись. А давайте сменим покемона на... Вот, тут два котенка, слышишь? Тебе не надо они уже? Да не, я уже решил то, что пока что я буду прокачивать Бишопа. О, я тут нашел такого еще классного, но у меня нету, чтобы его словить. Тододайл. Никто не хочет себе Тододайла, водяного покемона первого эволюции? Да нет, спасибо. Нет, спасибо. Так, я обнул ему левел 30. И нужно ему дать какой-то скилл. Слэш на 70 пауэра. Здесь сколько? 60, 40. Вот заменю слэш. Вот полезная белка. Мирилька, ты к твоему вообще бежишь или нет? Я сражаюсь со слоупоком. Окей. Скоро ты будешь сражаться с слоупоком. Я подумаю над твоим предложением. Ты не можешь... О, понимаешь, Мирель, ты не выбираешь покемона. Он выбрал тебя. Что такое? Ты мяу дословил? Нет. Или тебя только ударило? Это было не мяу, а ню. Это типа но. Мне послышалось мяу. Мне послышалось ня. Да. Вы продолжительные. Я убила Адама. Ну, я тебя поздравляю с этим. Я вижу половинчатую акулу. Да ладно, да давай добивай его. Протект, протект! Отлично, и теперь бей его. Да ладно! Ну блин. Я из воды хочу такую змейку, она с такими крылышками, драгонейр или драгонит, как так называется. Крутая штука. Что? Драгонит. Потом скину, скажу, как называется. С крылышками. Я знаю только одну вещь с крылышками. Какую? Рекламирую часто. Ей очень часто девушки еще пользуются. Я прям на такой толстый намек сделал. Мирель, ты пользуешься? Ты хочешь это обсудить? Да нет, спасибо. Знаю тут некоторых, которые ими пользуются. Если ты захочешь потом подробнее знать об этом. Да у меня есть личный консультант, не беспокойся. Личный консультант. Ну не знаю, вдруг тебе еще такая подолговатая штучка понадобится. О, боже мой, давайте заменим тему. Капсуловидная такая, да? Цилиндрические формы. Да. Да, я слышал о таких, как-то раз дома у себя находил после того, как друзья здесь тусовались. Фига себе. После очередного Нового года, они ж бухают, я нет. О, это, конечно, круто, но я не могу понять, почему твоих друзей этим... Да! Не, так у меня же там не только друзья, имеется в виду, когда я говорю друзья, я говорю, в общем, там девчонки же и парни, а там человек 30 собирается, и ок. У меня же квартира-то вмещает в себе людей. Да. Сейчас просто родственники у меня живут, и поэтому как бы мы не тусуемся у меня. Да, и то, что они у меня живут, это мне немного даже, ну, до сегодняшнего дня не напрягало. Такие дела, поэтому, в принципе, у меня и плохое настроение сейчас немного идет. Вот, ну да ладно, неважно. Они нарушают твою интимную зону. Нет, они нарушают мою съемочную зону. Съемочную зону нельзя нарушать, это съемочная зона. Да. Это для вас. Я нашел какой-то столб из булыжника, построенный вверх. Кто его строил? Ты им объяснил, что. О, это я, наверное. Рейка. Так я объяснил, так что-то, видимо, не поняли. Надо еще раз объяснить, значит. Если по-другому. Я снимаю, значит я снимаю. Тебе надо вообще просто, знаешь, такую лампочку поставить, типа, идет съемка. Не, просто сказал, что ты не заходил и все.
Ой, гипно, 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 я хочу его тоже. А я видел гипно уже, ну. Так ты сказал бы, я бы тебе его поймал. 46-го левела. Я видел 37-го, то есть нормально, я бы тебе 37-го, думаю, поймал бы чего. Димон, так, пуфик вперед. Пуфик. Кто у тебя пуфик вообще? А, пингвин. А. Какой он тебе левел уже, кстати, пингвин? Да, ты кто это у нас тут находится? До 50-го качай его. Посмотрим. Не надо выше качать. О, я что-то нашел. Что ты нашел? Ничего, музычка такая заиграла. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Это я. Power Bracer нашел я. Так, назад. Кусомочка. Ультрабол, вперед. Давай. Отлично, теперь у меня есть Power Bracer еще один. Давай. И я в будущем в кого-нибудь его вставлю. Ну же! В этом. Да, у меня есть гипно. Ну, я разбираю, их надо вставлять. Кто у тебя есть? Гипно. Милика, когда ты уже к нам прибежишь? Гипно, я уже потихоньку бегу, и вот видите, встречаю покемонов, а они тут такие, а я... Ну, а я не бегу, и мне норм. Я убегаю от нашего дома. У меня есть три эндерперлы, если что, я тын-тын и дома. Эндерперлы. Эндерперл? Только у нас же их много было, разве нет? Эндерперл? Я еще тогда находила достаточно много, и да. Тиранис все потратил. Когда отратил? Если не знаешь, куда они делись, свали на кого-нибудь и все. Да, отличный план просто. У нас время так. У нас так доди часто бывает. Из-за кого мы следили? Он на саппортах все сливает. Что ты говорил, Мирилька? Где можно хранить покемонов? В компьютере. В компьютере, да? Ой, на самом деле я с такими чуваками играю, что лов, то, что в доту, что в некоторые игры, что там неважно, кто слил, там сразу же просто. Даже если мы выиграли замес, все сделали правильно, все сделали красиво, кто-нибудь какой-нибудь маленький всех допустил, просто срач, там мат какой-то, я просто сижу и думаю, ё-моё. Раньше в этом принимал еще участие, но теперь ты как-то исправился более-менее. Ой, вырос. Да что вырос-то, там все так-то это, выросшие. Так-то это выросшие. А вон, кстати, Мирель с ними играла, да, Мирель? Но они были более-менее адекватные, то что новенькая у них была. Они перед девушкой не полились. Они меня даже не флеймили, хотя ты говорил, что они будут меня флеймить, а в итоге они сказали, что как можно флеймить саппорта, который был топ-дамагом в тиме, так что... По-моему, ты должна была их всех флеймить. Я немножечко ему... А там просто и те, кто с ней играли, были немного не те, которые должны были быть. Это тяжело объяснить, короче. Окей. Я нашел тоже. Не, там, короче, был только, наверное, один нормальный игрок, это он не играл уже тоже очень давно. Если бы там был Денис, тогда бы уже был бы другой разговор. Там бы Денис был очень много флейм. Ах, Денис в последнее время он нормальный, стал адекватен. Я адекватен. Привет. Я адекватен. Мы, правда, его часто троллим на одну тему. Ты узнал Пикачу? Но про эту тему лучше здесь не разговаривать. Мы его троллим, это вообще жесть. Окей. Он очень спокойный, вот так это мне все время доставляет удовольствие. Мне не интересно, так знаете, ну так немного подтролливать их, которые буйные. Они слишком. Ну я уже этих буйных в доте миллион штук видел. Мне больше нравится спокойно вывести из себя. Это прямо как. Бальзам. Ой, тиранит, я кажется, пополнение нам нашел. Какое? Еще слабока? Нет. Кого? Потом узнаешь. Окей. Только я не люблю, когда сюрпризы разные. И тогда подлечу здесь своих покемонов. Не знаю, мне так эта рыбка нравится, она на пиранью похожа. Да? Так прокачаю? Я пытаюсь ее прокачать, только она что-то очень-очень-очень туго идет. У меня опять начал клиент подвисать, это как бы намеки, то что скоро надо будет заканчивать. Ну, заканчивать нам еще целых 6 минут. Ну это понятно. Я кого-то поймаю. Я сказал в общем, что когда мне начинает клиент подвисать, то это значит уже все, намеки, я 99. Блин, такой крутой здесь выход, если бы вы это видели, вы бы это улыбнулись. Тут я собираюсь. Так кому ты там поймать, что хочешь? Поймать для демастера Джинкс. Черт, она тут же умерла. А нет, не умерла. Джинкс? Джинкс. Это прямо как в Лоле же есть Джинкс. Да. Про него, кстати, очень крутой мувик сделан на с официальном сайте Лола. Ну, то есть футы на Ютубе, на ютубском клане Лола. Да я его засмотрел уже до смерти, господи, этот ролик.
Ну там у них куча этих роликов. Им когда делать нечего, они чуть-чуть. Черт, она умерла с одного. Я думал, они теперь на каждого будут персонажа такие ролики. А, если бы они на каждого персонажа такие ролики делали, то. Ну мне, кстати, вот как раз таки я чуть-чуть могу сказать в плюс Лола в этом плане. То, что они вот этим занимаются, и как бы. Они ответственно подходят, вот и все. Я бы не сказал, что в Доте не ответственно подходит. Ну, я не знаю, мне все равно нравится. Мне в Доте нравится множество других вещей в этом плане. В плане вот таких вот мелочей. Я люблю мелочи в играх, на самом деле, вот такие вот. То есть, например, мне в Лоле не нравится то, что если ты покупаешь скин себе, да, я люблю всякие кастомизации делать персонажа, да, то он покупается скин и все. Вот мне в Доте в этом плане больше нравится такая идея, что каждую детальку скина ты можешь подобрать под свой вкус. То есть там ты уже как бы скин. То есть там есть вещи. То есть ты как бы там можешь оружие ему выбрать сам, то есть ты можешь выбрать ему. Там, не знаю, шапку сам и так далее. То я знаю это все, но это очень все туго идет. Так почему туго идет? Не знаю, у меня инвентарь этими шмотками забит, они там. И да, вот в Доте эта вот фишка мне больше понравилась, чем в Лоле, то что в Лоле скин так и так покупай, а в Доте ты можешь шмотки выбить и наменять с игроками. Опять же, взаимодействие с комьюнити. Но в Лоле в комьюнити плюс в том, что они делают крутые мувики на своем канале, да, я не спорю, это здорово, мне это нравится. То есть. В каждой игре свои плюсы, и мне они обе нравятся. А как они представляют новые скины, легендарки? Ну, в Дотке тоже такое иногда делают, когда жесткие скины, там-то они к скинам тут. Ну, сейчас они начали скины еще улучшать, там с помощью этих всех. Как в Лоле было, знаете, там некоторые покупаешь, анимация там скиллов меняется, от. Ну сейчас все такие стали делать, потому что. Да, сейчас уже сейчас много, но в Доте только вот к этому пришли, там некоторые начали так делать. Ну, на самом деле, это уже лишнее, я считаю. Фига себе. Потому что мне вот как раз-таки в Лоле этот момент немного не нравился, то, что ты... Ну да, человек со скином, ну зачем анимацию скилла менять? Это так, на мой взгляд, просто неприятно. Не знаю, как мне это вообще классно. Кажется, я рядом с домом. Например, на того же Чогата, когда у него анимация, просто робота это высим. Анимация робота? Ну, скин робота. А, ну скин робота, нет, там... Понимаешь, это можно по-разному оценить. С одной стороны, это как бы круто смотрится, но с другой стороны, есть куча аспектов, то что, блин, понимаешь, ну это долго объяснять. Я мог тут сейчас развести всю эту тему, сказать, почему в этом есть свои минусы и так далее. Ну, для тебя это свои минусы, для кого-то это плюсы. Я имею в виду в игровом процессе. Так, мальчики, я говорю, в анимационном, так сейчас я вырублю погоду, оп. Вот, что-то она здесь прям очень жестко включается, даже без моего... ведомо. Короче, я имею в виду то, что в плане анимационном нет вопросов. Это реально круто смотрится, многим нравится, может кому-то и не нравится, мне нравится, да. Но в плане геймплея это не очень. То, что меняется анимация скилла, мне и в Доте эта фишка не нравится, которую они сейчас начали делать. Менять анимацию скилла это, как на мой взгляд, в моба игре непозволительная роскошь. Ну, как бы нет, наоборот. Это неудобно, это просто неудобно. Ну, мне это разнообразие не дает. Так что, в принципе... Так, бегаешь, играешь, веселишься, радуешься, что о, ты такой красивый, моднявый. А теперь представь то, что каждому скину сделают свои анимации на каждый скилл, и ты будешь там, не знаю, каждому герою запоминать там это 70 вариантов анимации одного и того же скилла и подстраивается. Запрещают. Вот, вот поэтому в чемпионатах их запрещают. Вот это я и хотел уточнить. Легенд ничего никого не запрещают. Сейчас Блицкранк, который. Там типа Айблицкранк или как там. Ну, тиранит, даже я это знаю, что там их запрещают. Посмотри, ну, некоторые скины и все. Так как раз таки с анимациями, которые их запрещают, а остальные, да, разрешают. Тиранит. Я поэтому и говорю то, что в плане геймплея это очень большой минус. Это вот плюс то, что они, слава богу, ходят на чемпионат. Ну, то есть на турнирах, на чемпионатах это запрещают, да. Но минус то, что в игровой процесс такие добавляют. Потому что игроку. Я говорю, если сейчас их добавляют кучу, а их начинают добавлять кучу именно, то это будет очень неудобно в плане адаптации под эти скиллы, потому что иной раз можешь, ну знаешь, там пропустил какой-нибудь апдейт, что там не прочитал, ну не задрот, скажем, и бах, скиллы поменялись, ты можешь этот замес просрать, и вы знаете, как бывают такие замесы, которые решают всю игру, так что вот такие дела. Не заметил, что в тебя граб полетел, да? Чисто случайно такой. Это как его? Другая анимация скилла, ты можешь просто подумать на другой скилл, понимаешь? Тут я пришла домой, мальчики, встречайте меня. Ура. Так что ты видишь, это какая-то палка о двух концах, короче, такие дела. И я хочу вам похвастаться. Давай, сейчас. Где-то женщина, сейчас я добью. Сейчас я добью и перейду. Ты где? Я не вижу тебя дома, я в дома, а тебя нет дома. Я напал. Недаран мейл. А где ты? А вот, я тебя вижу. А, ты вот тебя убили что ли? Или ты убил? Я убила. Смотри, Мирель, смотри, вот это вот ты же говорил, да? Вот это гипно. Да ё-моё! А-а-а!
Что это? У нас ПВП. Вы драться начали? А сет хочешь? Ну так Гипсон выиграет, по идее. А кто такой Павни... Павни бла-бла-бла? Это его. Это маленький такой. Так вы деретесь? Мы деремся, но мы его гипнозабьют, я думаю. Я потому что даже не знаю, чем он такой, так какие скиллы выбирать, вон, да, его сбивает. Фига себе, 30-й левел нагибает 46-й. Ну потому да, что... потому что... Знаете, кто это такой? Это вторая эволюция, а Бишоп будет третья. Ты про своего говоришь? Да. Клиффэйри. Я думал, у тебя это первая эволюция. Вообще, если не ошибаюсь, то вот эти вот клиффэйри, они были вместе с медсестричкой. Да. Так давай, Мира, я жду. Полезный. Что такое-то маленький урон ты мне сносишь, но я тебе вообще ничего не наношу, надо поменять это атаку. Ням-ням-ням-ням-ням. Фу, Мирель, ты что думаешь, такая самая хитрая, что ли? А сейчас песенка будет. А что за при бла-бла-бла? Это его самый первый покемон. Блин, ну вот это вот фигово на самом деле. Но он у меня не самый большой, если я хотел самого большого сделать, то это... Оникс? Я просто по левелу взял одинаковых почти, 46-й, 45-й. Как-то вообще она не идет против этой фигни. Ну так я подобрал под своего покемона специального. Бери лапами за шею к души. Так, ладно, хорошо. Но правда тут будет... Хоя! Хоя! Да где Хоя? А кто, кого ты против меня использовала? Вода против земли вообще не вариант. Мне нечего против. Так это не земля, это трава. Бей давай. Трава какая-то. Югеха приглашает вас в CSGO. Он явно хочет, чтобы я туда зашел. У меня она как бы куплена, установлена, наверное, не разу не заходила. Не, мой даже не попадает. Не, смотри, попал, он миллиметр снес. Не вариант. Есть только... Water show или что-то там. Огненных у меня нет, нечем даже драться. Ой, я захилялся, лол. Не захилялся, ты убил его, вот и все. Это что такое? А коза? Так он ничего не сделает. Возьми у него, напихай разные диски, да и все. Как-то. Давай, Мирель, покажи что? Свою силу. Не знаю, телепорт. Выбирай. Телепорт. Телепортировался. Я даже удар не выбрал никакой. Вы закончили уже? Нет, у нас драка, погоди, у нас драка. Опа! Телепорт! Драгон был! Ой, телепорт! Черт! Да блин! У меня такие впечатления, как будто он с Маракача стоит и такой сейчас... Короче, черт тиска в этом плане, только остались у меня только два покемона. Давай бей его. Я просто Оникс что-то летит. У него уже меньше половины. Опа, она убила Оникса! Что? Давай, ты убила Оникса! Да? Да, с одного удара, с крита просто. Давай, Мирика, давай, я тебе верю. А что тут верить? Убивай его. В любом случае, я не смогу. Эй, да ё-моё, она убила еще одного моего покемона. А вот это я не могу, да, у меня нет. Ну, понятно, этот я... Попробуй бульбами его там. Бабл. Нет, бабл не идет. Мы, короче, идём и... Бери самую атаку, которая меньше всего стоит, водяную. Там типа 10 есть такого. Меньше всего Брайан стоит. Ну, он фигачил Брайаном. Ну, она водяная? Не отнимет ничего, видишь? Брайан водяная? Да, но это бесполезно. Бей, все равно бей. Вот, видишь? О, вот это я получил опыт, аж левел ап. Чё, тебе что-то ещё осталось, что ли, против меня? Ну, клиффэйри ещё могу тебе скормить. Давайте. Вот, видишь, и последний это гипно у меня всё. А, ну всё, это последний. Мне нужен, говорю, Чаризард, я хочу его. Мне просто вот этого мелкого, который был, он до Бишопа прокачать до 60-го, и всё, до 50-го, и он будет... Понимаешь, если его качнуть, то он просто жесть. Он один, я ему снес миллиметр хп, да, и он один вынес вот этих всех моих покемонов, которых ты сейчас видишь. Ну вот и все. Смотри, какая Миша сильня. О, я видела ее в джунглях. Да. Ну что же, думаю, там стоит завершить данную серию. Вот. С вами были Демастер. Тиранит. Мирель. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео, рассказывайте о наш канал своим друзьям. Все ссылочки есть в описании под роликами. Вот, ну что ж, мы с вами прощаемся. Всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч, друзья. Всего хорошего.